Друзья, привет! Мы все еще на стримфесте и продолжаем общаться со зрителями этого замечательного мероприятия. Сейчас пообщаемся со зрительницей, с фанаткой, с подписчицей, я не знаю, как она сама себя назовет, нашего одного из самых любимых стримеров Гудгейма, Леши Друнина, Абвера. Привет! Представься, пожалуйста, расскажи, как давно ты смотришь Абвера, ну и вообще, как бы, что тебе нравится в этом стриме? Меня зовут Маша, ник Bad Moons, опять же таки, если важно. Абвера я смотрю уже 2-2,5 года где-то, и смотрю его, потому что у него атмосферненько, приятненько. Приходишь и чувствуешь, что человек занимается любимым делом. При этом он очень хорошо играет, и то есть именно вот у Абвера ты, если смотришь, ты прям учишься. Ну, я заметила по себе, по своей игре, что вот когда ты смотришь Абвера, ты качаешь свой скилл, грубо говоря. А, то есть ты играешь, получается, в Hearthstone, и Леша смотрит, чтобы улучшать свой скилл? Ну, не только, конечно же, улучшать скилл – это побочный эффект, я бы сказала. В основном смотришь ради развлечения, может, каких-то шуточек там, которые проскальзывают. Но все равно как-то становишься близким к этому человеку за счет того, что постоянно смотришь, знаешь, как зовут их кошек, знаешь, там все про жену, какие там у них цветы стоят, где, ну, такие вещи. А как ты любишь вообще смотреть стримы, Леша? Это для тебя, ну, ты включаешь на фон или чем-то занимаешься, или ты садишься прямо как у телевизора, готовишься и сидишь с попкорном, это все от и до смотришь? Ну, на самом деле это зависит от дела и от настроения. Грубо говоря, я знаю, что Леша начинает всегда в 4, если у меня в 4 там много дел, то я включаю и хожу что-нибудь делаю, периодически просто слушаю его. Если я сижу дома и я просто сижу дома, то да, я его включаю, конечно, без попкорна, хотя можно и с попкорном, и сижу уже полноценно, смотрю, отслеживаю все ходы, все шуточки, все это, опять же таки, более детально, более важно. А Леша – это один из редких стримеров, которые регулярно устраивают в реал-лайфе сходки. Ты посещаешь эти сходки, и что именно тебя в них привлекает? Посещаю часто, я бы сказала, все за последние полтора года я посетила. И вот, наверное, очень важно именно то, что получается у Леши и у Стаси. Они умудряются сделать так, что люди, которые приходят, вот кажется, что ну там будут другие зрители Абвера, ну мы как-то с ними, ну может в чатике чуть-чуть общались, но как-то все это не то, и мы будем стоять глупо, как солдатики, не общаться. А они делают такую атмосферу, что каждый находит о чем поговорить, формирует какие-то свои компании, там песни под гитару, обсуждение «Игры престолов», компьютеры, ну все остальное. И, ну, это получается такая хорошая тусовка, то есть при том, что ты приходишь и у тебя там с собой, ну там, я молодого человека с собой беру, и мы не сидим вдвоем, мы все время со всеми как-то общаемся, и получается действительно очень такое хорошее, приятное времяпрепровождение. А сюда ты пришла смотреть только, ну, посетить только Абвера или ты и других стримеров тоже знаешь? Ну, мне нравится еще Улав Геймс, Майкер, но я вот так получилось, что пришла к Абверу, а выйти оттуда уже не могу. Там и крокодил, там и конкурсы, там и я посидела, постримила, и вообще, ну, просто не могу оттуда выйти, меня просто тянет. Так что... Расскажи немножко о подарочках, которые там разыгрывались, и в чем был смысл вот этого панели Лешиной? Ну вот сейчас происходит действие там за нашей спиной. Крокодил игра. И Абвер загадал Стасе показать одну из карт Хардстоуна. При этом Стася, естественно, в Хардстоун никогда не играла. И вот она показывала шквал клинков. И вот там сидит человек 20, они все пытались понять, что она показывает. И тот, кто победил, получил чашечку с Абвером. Это приятно. Там чашечки, там еще... Я знаю много наклеек. Тушенка я видела, да. Тушенку. Вот тушенку я действительно хочу за нее, я готова побороться. Так что сейчас еще... Тушеночка от Абвера там была такая. Отлично. А расскажи, пожалуйста, вообще, как ты, когда было объявлено мероприятие, ты скептически отнеслась или обрадовалась, что будет лишний повод увидеться со своим стримером? Именно так. Будет лишний повод увидеться со знакомыми, увидеться со стримерами. Да и вообще, я за любой движ. Я считаю, что стрим – это очень популярное растущее движение. И, конечно, нужно частенько проводить вот эти реал-лайфы, встречи. Ну, это нужно, потому что все равно получилось так, что я уже познакомилась там с двумя-тремя ребятами, которые даже не от Абвера, вообще мы в курилке познакомились и вообще ни о чем. Но какие-то связи появляются и сразу интересы общие. В любом случае, это всегда полезно. Это я еще ни разу не ходила, не слушала, что там говорят умные люди, наверное. Я еще тоже много чего пропустила. Так что мероприятие действительно хорошее, мне очень нравится.
Спасибо тебе большое за интервью такое позитивное. Увидимся на Good Game. В заключение можешь Good Game'ерам что-нибудь сказать. Ну или другому комьюнити. Даже не знаю. Давайте удачи вам всем. Приходите на StreamFest. Приезжайте из других городов.